Всем привет, чувачки, с вами Мелскал, и со мной сегодня Полина. Всем привет. И сегодня у нас вторая часть второй части Puppy Playtime. Вторая часть второй части. Сегодня мы продолжаем играть в Puppy Playtime. Мы остановились на том, что у нас вторая игра активировалась. Типа мы в нее зашли, там какие-то были кротячие норы. Ну и погнали смотреть, что там вообще такое. Из дырки будут хаги-баги вылазить. А мне нужно... я понял, в чем фигня. Хочешь ты попробовать поиграть? Повернись обратно, там тебе показывают что-то. Ты просмотрел половину мультика? Там нужно будет вот так отбивать их. На, тебе мышка, а я буду клавиатурой. Нет! Да! Нет! Мамочка, где то мамочка? Мамочка. Привет, мамочка. Давай, я буду клавиатурой, ты будешь мышкой. Блин, страшно! У меня рука трясется, я не могу нормально мышку держать. Сейчас очень страшно будет, да? Выползает. Еще где-то сейчас будет. Звуки слышишь? Опа! Зеленый был, что ли? Желтый! Так, еще желтый. Почему они даже не подсвечиваются никак? Слева, слева был, слева, слева! Вот! Не подходи близко к трубам. Справа, слышу. По морде! Они быстрее начинают ползать. Так, есть минус синий. Пока что только синий. Опа, желтый. Они такие темные, мне ничего не видно. Сейчас оттуда как вылезет. Стремно очень сильно. Отбила, блин! На, сам, ну, давай, я не могу! Напишите, пожалуйста, в комментариях, как называются все хаги-ваги. Честно говоря, мне как-то неинтересно. Смотри и учи, сейчас тебе батя покажет, как правильно с мамкой играть. Мамочка, приветики. Мне кажется, было слишком темно, и не видно половину дырок. Вот тут не видно, да. Так тут нужно вот так вот ходить туда-сюда, и все будет нормально. Слушай, а желтый вылазит желтый, синий-синий, красный с красным, правильно я понимаю? Не факт, был коричневый еще откуда-то. Какой коричневый? Красный это был. А, да, вот, другой вылез. Там было, там уже. Как это прийти? Значит, уже скоро сейчас будет это тебе вот так вот. Надо быть резче. Вот так вот. Бочка хаги-ваги. Стиль кошки. Да поменяемся местами, теперь я попробую. Мы поменялись местами. Сейчас буду я пробовать. Сейчас как я сейчас всем нападам. Так темно, отсвечивают лампы у нас еще. Да, вот с этой стороны еще более-менее видно. Сейчас первый же на тебя нападет. Где он? Где? Я ж не вижу ничего. А, все вижу. Вообще ничего не видно. Это все свет долбанный, вообще ничего не видно. Мне кажется, если вы не видеоблогер, вы пройдете намного быстрее это все. Мне еще мышка не кликает. Боже ты мой, подожди. Сконцентрируйся, не бегай. Где-то еще рядом. Во-во-во, вижу. Да. Ничего во. Не могу говорить. Рядом. Что ты орешь? Не умеешь, блин, почему? Мы уже три раза проиграли, я уже привыкла. Что ты орешь до сих пор? До сих пор страшно, да? Да ну неожиданно каждый раз. Мы же читерим. Можно поярче сделать. О, вот так видно. Да. Вот так вообще-то видит нормальный человек, когда играет, а не то, что мы. Знаешь, типа эффект корейский. Ползет какашка. По морде, хрясь. Там был. Где? Вот. Ага, вижу. Вот какать. Сейчас мы точно... Быстренько покакать. Обычно их по желтым рукам видно. Он, ты его не задел. Они специально за спиной вылазят. Где-то еще видишь? Вижу, вот. Вижу. Боже, это просто белки какие-то, которые вылазят, и ты их когда убиваешь каждый раз. Когда это закончится? Мы уже долго держимся. Вон. Вижу. Капец, их много. Почему с этих труб почти никто не вылазит? Я всегда смотрю только на них. Смотри, как много. Ё-моё, что делать в такой ситуации? Синий пришел! Это хорошо, то, что синий пришел, типа мы прошли, потому что... Нет, или да? Мы не могли всех сразу так вот заделать. Могли, типа раз-два. Нет, раз, мне кажется, два. Мы выиграли. А как мы могли выиграть? Там же много было. A few moments later. Они медленно вылазят. Открылось! Прошли! Что? Куда прошли? Стоп! Она что-то говорит. Страшно, так общается с нами постоянно. Так, побежали. Опять какой-то кусочек карты. Там или, ну что это, записка какая-то. Это у нас уже было. Далин, вот этот. Это пароль! Да. Это же был пароль все это время! Зайчик, да, зайчики, семиси, вот это, а потом нам цвета дали на паровозе. Все, логично. И идем! Нам нужно куда-то выйти. Или сейчас еще раз будем проходить? Нет, пожалуйста. Все, фух, уходим. После этого уровня хаги-ваги не смотрятся уже таким страшным, как раньше. Это было жестко. Это было очень жестко. Кстати, если вы хотите, чтобы видосы выходили намного чаще, ставьте обязательно пальчики вверх. 50 тысяч пальцев вверх, и выходит новое видео. И подписку не забудь. Попробуем все-таки набрать хотя бы 3 миллиона. Там чуть-чуть осталось. Там скоро будет. Пока YouTube не заблокировали, подписывайся. Так, тут у нас какие-то тоже опять головоломки. Да ладно. Статуэтка, желтый хаги-ваги, сердечко. Оскар. А, может так было сделать? Кто-то бегает. Лишь бы это был не хаги-ваги. Так, нам куда? В ад? Мы идем в ад. Или сюда? Не хочу туда. Блин, нам нужно идти...
Мне кажется, сейчас откроется дверь. Мы сейчас будем бежать. Беги! Мы сейчас будем бежать от Хаги-Ваги. Кися, Кися! Я твой поклонник, я твой фанат. Твой ручкой, смотри, такая лавка. Она сейчас откроет дверь. Беги, Антон, беги. Да куда бежать? Она дверь открывает. Она открывает и уходит. Мне кажется, нам нужно вниз бежать. Куда вниз? Тут закрыто все. Она нам просто дверь открыла, она нам помогает. Киси, Миси, добрая. Представляешь, она нам просто открыла. Ну, чуть-чуть только страшно, на самом деле, а так в целом-то нормально. Что-то не верится мне. Слишком криповенько как-то. Куда она пропала, правда, непонятно. На всякий случай током ее ударим. Нам нужно игрушки протащить, типа. Тут будет головоломка, дебильная головоломка. Я испугался, что рука пропала. А что нам нужно сделать? Наверх пойди. Вот. Обратно, обратно. Что? Вон, зеленую сюда. Так, теперь отсюда берем зеленую. Запускаем здесь. А, мы ток передаем таким образом, нормально. Да. А, теперь здесь тянем рычаг и перестаскиваем игрушки. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Нормально пошла. Все, логично. Вообще-то все логично. Да, все просто. А, ты назад посмотрел? Слушай, а зачем сюда? Что-то мне кажется, не надо, но сюда. Думаешь? А, это, наверное, один из проходов, потому что мы такие, типа, а как сюда пройти? А потом мы такие через вентиляцию доходим, и все нормально. Нормально все, адекватно. Какое-то все одинаково, я уже потерялась. Паник. Где мы вылезли, непонятно. Теперь берем, забираем сюда электричество, а потом сюда. Учись, пока я жив. Не то, чтобы я скоро умру. Притащили. Забираем обязательно кассету. Включаем обязательно кассету. Смотрим обязательно кассету. Hello, welcome to my channel. Да ладно! Джексептикай! Я в шоке. Смотри, что-то у него в жопе, видимо. Хаги-ваги. Это так прикольно. Ладно, я все равно ничего не понимаю. Так, ну и что нам теперь делать? Нам нужно заползти как-то сюда, чтобы взять электричество. Пунь-пунь-пунь-пунь-пунь-пунь-пунь. А теперь смотри, раз. Не успел. Это сейчас будет очень сложно. Берем электричество, несем сюда. Берем электричество, тачим сюда. Нет, все легко. Смотри. Вот отсюда, туда. И сюда. Вау! Изи! Нормально получилось так. Так, хорошо, теперь мы ее в печь. Реально? Мы сейчас сожжем игрушки, типа? Мы просто сжем игрушки. А зачем нам Киси-Миси вообще открыла? Чтобы мы просто сожгли игрушки? Ладно. Чтобы открыть это все, проход. Самое время бегать от Киси-Миси, да? Нам просто прыгнуть теперь вниз. Мы здесь были. Это самое начало, помнишь, где, типа, я такой, семейство Хаги-Ваги? Да, да. Все, мы вернулись обратно, получается. Мы прошли. Паровозику, типа. Точно, мы же к паровозику и шли. У нас есть пароль. Да. Ну все, ребятки, вот сейчас будет все понятно. Так, нам нужно открыть, запоминай, зайчик, Киси-Миси, львенок и мамка. Так можно по цветам, нет? Вот так вот ты должна стоять. Так, теперь нам нужны цвета. Там что-то красный, желтый, красный, синий. Вот видишь, как я запомнила. Красный, желтый, красный, синий. Мне удалось. Красный, красный, желтый, красный, синий. Опа, раз, два, три, четыре. А теперь нужно, нам нужно еще кусок пароля. Теперь нам нужно узнать циферки. Да. Циферки. Черт, а когда уже мы отправимся? Так, тянем. Следующая игра. Какая у нас игра следующая открывается? Вот это вот, да? Это вот эта вот гусеница сейчас будет. Можно прям сюда встать и упасть вместе с этой штукой. Статус. Статурец. Мне кажется, мы ее сломали. Че, мы сейчас взорвемся, типа? Она реально сломалась. А, тут нужно самому открыть. Нормально. Нормально придумали, конечно. Я думал упасть уже. Ладно, погнали. Слушай, мне кажется, по нарастающей сейчас будет еще страшнее. Я думаю, все не так страшно, как кажется. Интересно, как этот монстр называется? Напишите тоже в комментариях. Мне кажется, имена всем уже дали. Там как-то написано Hungry to Learn. Он типа собака, но гусеница. Он очень стрёмный. Да. Так, нам нужно отнести сюда электричество, а потом что? Новая какая-то задачка. Так, делаем вот так вот. Так, зеленой рукой притягиваем, отдаем. Потом, смотри. Дюк-дюк-дюк-дюк-дюк-дюк-дюк. Ничего не понял. Берем, перетаскиваем, передаем электричество. Давай, тянем. Тянем. А так просто оно не тянется, ты да? Ты сюда можешь за это лезть. О, реально. Что ты падаешь? Я не могу залезть. Все, я понял. Крепим. Потом лезем сюда. Делаем вот так вот. Вот так вот. Берем руку. Перетягиваем электричество. Потом этой рукой же тянемся. И делаем вот так. Нет, пожалуйста. Берем электричество. Передаем электричество. Тянем. Сейчас, подожди, можно. Фух, получилось, боже ты мой. Так, а теперь нам куда? Что-то открылось. Слышишь? Что-то ползает. Я не хочу даже видеть, что там ползает. Не говорите, что на звуке куда ползет.
Открывается. Ё-моё. Он 100% там. А почему? Ты орёшь? Я что за звук был дебильный? А, о, привет. Я думаю, откуда звук идет. Light off равно move. Когда не горит, нужно двигаться, как игра в кальмара. Игра в кальмара. Стрём, стрём. Она очень страшная. Это теперь самый страшный монстр, которого я вижу вообще. О, приветики. Не двигайся. О, привет, мамочка. Ой, да ты шо, что ты мне кажешь? Пододвинься ближе к этому выходу. То есть мы будем бегать, а нам нужно будет уходить от нее. Да? Да, она же за мной, за нами будет это. А я думал, только если свет загорится, и мы еще при этом двигаемся, тогда она на нас нападет. И она будет, наверное, медленно надвигаться на нас, мне кажется так. Да, блин. На скорость будет. Отвечаю на скорость. Там что, впереди паркур еще? Слушай, автомат, это не очень двигаться. Давай, двигаемся, давай. Двигаемся. Она сзади, да? А мы даже не знаем, сзади она или нет. Движемся. Она движется. Куда двигаться? Сюда. Запоминай, куда двигаться, когда свет. Она сзади. Она реально сзади движется. Давай, беги! Блин, да тут прыгать еле-еле я могу вообще! Запоминай, куда надо идти. Идет за нами. Прыгай, дебил, прыгай. Пожалуйста. Это еще страшнее, чем в игре в кальмара. Ё-моё. Она крикнула моя. Беги. А по кольцам можно? Тут по кольцам можно было передвигаться. Я двинулся, потому что она напала. Если она догонит, она тоже нападет. Бежим. По чуть-чуть. Взаимодействие такие. А разговаривать-то можно? Так, хорошо. Бежим. Нам нужно перейти на кольца. Мне кажется, в кольцах подвох. Так, она рядом. А, ты можешь подтягиваться к ним. Я могу подтягиваться, да. Но я не уверен, что это меня спасет. Так, подтягиваемся. Оп! Я могу просто допрыгать, я не буду рисковать, наверное. Тебе нужно в трубу. А, нет, или нет, я могу а допрыгать. Она в трубу пойдет. Она рядом. Она очень рядом, смотри, она очень рядом. Смотри, куда идти, А куда нам, в медиум или куда? Ты в хард зашел? Я в хард пойду. Нет, только не в хард. Давай, иди. Я могу двигаться? Можешь, в трубе можно. Думаешь? Я думаю, да. Куда идти, я забываю. Мне кажется, в самую длинную трубу зашли. Золотая статуэтка, как стрёмно-то. Зачем я в хард пошел? Она рядом. Бежим. Тут самое главное, не видно теней даже. Мы почти вышли. Пожалуйста, я почти вышел. Отцепись от меня, пожалуйста. Да идем. Где она? Она вон там. Так, тебе сюда нужно прыгать по этим. Классно прыгать. Спасибо большое. Тебе заново нужно прыгать. Нет, не заново. Потянуться можно? Тебе заново нужно прыгать, Антон. Я хочу назад идти, она там. Ты дурак. Она за нами пришла. Нет, пожалуйста, беги, просто подожди. Беги. Может, она и полезет к нам? Она к нам полезет. Нет. Беги. Нет. Ты сейчас все заново подожди. Будешь смотреть. Она заглючила? Она в текстуры полезла. Я ненавижу паркур в таких играх, блин. Там же нелогично все работает. Ай, упал! Все нормально. Тут, оказывается, можно было не обязательно прыгать. Ай, промазал. Пошел в жопу. Да не прыгай, если не можешь. Она где-то сейчас тут вылезет, прям подо мной. Не прыгай, если не можешь, иди вперед. О, а, так можно было. Ого, боже. Боже ты мой. Бежим. Что за ловушка? Есть, нам туда? А нам просто вперед идти. Посмотри, куда нам идти-то. Нам просто вперед идти. Просто вперед, вот туда. Давай. Мы потом через катакомбу будем просто бежать. Зачем? Зачем мы туда идем вообще? Ай-яй-яй-яй. Вот направо иди. Я в текстурах застрял! Мы лохи. Я в текстурах застрял! Отстаньте от меня! Я в текстуры попал как-то! Спасите меня, пожалуйста! Что с нами делают? Блин, монстр какой-то странный, если честно, попался. Так, мы снова здесь. Как тут проходить-то теперь? Может, тут подтянуться можно? Да вроде бы нет. Да просто нужно в дырку залезть. Ай-яй-яй. Вот сюда нужно сейчас на голубую запрыгнуть. Черт.
Есть, куда нам? Нам сюда как-то нужно залезть. Я вообще не понимаю, куда нам надо, может, нам не сюда надо вообще. Нам сюда надо. Опять в текстуры! Опять в текстуры! А может там сюда просто? Я так и думала. Цепляйся. Серьезно, туда можно? Да ну нафиг! Что? То есть нам не стоит его уже бояться, да? Он сюда может прийти? Я думала, что мы все еще играем. Сюда надо упасть просто. Что происходит? Давай, цепляйся. А он там остается, да? Я выиграл! Мы выиграли. Спасибо. Так, дальше нам просто нужно куда-то пройти. Ага. Мамка где-то здесь. У них еще есть синий, папи есть. И у них есть ребенок. Папи. У нее нервы, походу, сдают. Месячные. Блин, вот это мы в катакомбах постоянно каких-то тут лазим. Вообще не понимаю, как тут устроено все. Еще что-то. Это ребенок их. Боже ты мой. Подтягивайся! Слушай, у меня такая мысль пришла в голову. Мы же тоже игрушка. Нет, мы человек. Мы надели костюм. А, да? Да, мы человек, который сюда попал. Мы тоже игрушка. Я забыла. Так, тут нужно нажать на кнопки. Нажимаем. Головоломка. Куда нам нужно пройти, я не понимаю. Нам нужно... Нам в Game Station нужно пойти или в C2? Мне кажется, в C2, потому что там открыто. Я был прав. Еще какая-то... А это та самая пчела, которая такая маленькая-маленькая. Смотрите, какая она жирная. А, это не... Это не жопа, это мёд. Стрём. Так, тут игрушки производятся. Они производят игрушки просто, я понял. Я почему-то могу только левое это делать. О, да, мы вверх поднимаемся. Там вот желтая кнопка какая-то. Оп. А, нам нужно это все починить. Нам нужно так, чтобы игрушки проходили. Они... Красную кнопку нам нужно найти, смотри. Ага, вижу. Они идут по вот этому вот трубопроводу. Потом в синий, потом в желтый. Все, мы теперь вверх можем подниматься. Они идут в желтый, а потом они идут в красный. Потом они идут в жопу. Смотри, так, в красный. Да побачили. И в канаву. Ой, что-то мы выпустили. О, я что-то собрал. А что тут делать, чтобы все было нормально? Что там пропуск, что там пропуск? Может, они должны падать так, чтобы потом вот так вот вырасти? И типа, чтобы тут игрушки делали платформу. Смотри, они идут сюда, а потом тут ломается. Возможно, мы там что-то упустили. По идее, все правильно. Слушай, а если вот так вот сделать? Они к нам пойдут. Давай сюда нажимай. У нас есть игрушка. Круто. Ты можешь собрать игрушку? Да! Мы собрали игрушку. Еще собрали игрушку. И теперь погнали. Нам, наверное, что-то еще можно теперь сделать, да? Теперь нам нужно сюда. Игрушку поставить надо сюда. О! Она сама вставилась. Открылась, все, наконец, нормально все. Нормально! А куда дальше? Вот сюда, налево. Все. Направо или налево? Вот в чем вопрос. А куда мы ползем? Куда-то мы заползли. Нам нужно взять, заползти сначала в начало, потом сюда провести электричество, и тогда все заработает. А как мы успеем? Не знаю. Так, это у нас... Леон, конечно, похорошел. Так, тут закрыто у нас? Тут у нас тоже закрыто. Я не знаю, тут ничего вроде бы нельзя сделать. А через стену ты можешь пройти? Нет, я не супергерой какой-то. Мне кажется, нам надо сразу туда. А. Так, а, так все. Логично некуда. Не нажимать. Это опять какая-то загадка. Смотри, закрывается. А если сделать вот так вот? Открыто. Теперь делаем. Быстренько туда. Подождите. Оп. 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 Та-да. Та-да-да. Тэн-тэн-тэн. Я дебил. А, ты обратно зашел? А в смысле туда не надо было идти? А в смысле оно не работает теперь? Я понял. Боже ты мой, я догнал. Ну-ка, расскажи. Смотрите, вот этот маленький сосочек нам нужно активировать. Мы делаем вот так вот. Допустим. Вот так просто активируем двери. Там пока есть электричество, мы делаем вот так. Делаем вот так и вот так. И мы активировали какого-то вот этого вот пацана, Леона. Ей. Там что-то запустилось, да? Скорее всего, дверь открылась. Нет. Здравствуйте. Нам фонарик дали. Он у нас всегда был, может? Вроде нет. Беги! Беги! Серьезно? Иди отсюда! Она очень страшная. Она очень ненормальная. Мама, блин! Обратно!
Она считает! Она считает! Куда бежать? Мамка сумасшедшая! Мамка с ума сошла, мамка! Я бегу при этом, прикинь, это максимальная скорость еще. Канаву, в канаву. Все, вот тут мы и будем сидеть, ждать маму. Почему так стрёмно? Почему мы вообще на заводе, блин, бегаем? Она же может в любой момент подойти, ее просто здесь нет. Смотри, она, оказывается, конфетами всех кормит. А, ты, это кошка ее. А нам куда? А нам куда? Вот, дерни за рычаг, двери откроются. Че, опять с хаги-ваги драться тут? Я статуэтку мамку потерял. Их можно собирать, их, можно, их нужно собирать. Мы не выйдем. Как жаль. Мама. Мама Мухаммада. Пойдем. Синяя труба. Это хаги-ваги в жопу. Так, тут какие-то рычаги. Опять головоломка. А, или просто их нужно взять, это, потянуть. А, все просто. Ха-ха, все, меня с мамкой-то не найдет. Может, там есть этот какой-то... Шифр? Да. 3, 1, красный. Первый красный, второй синий. Синий, зеленый, желтый. Красный, синий, зеленый, желтый. Красный. Синий. Синий, зеленый. Желтый. Желтый. Вот! Вау! Круто! Ты что, писсуары спри... Да, писсуары, да, блин. Тут игрушки писают. Да. Иди в стромаху! Иди! Я на максималку бегу сейчас! Ты орёшь громко! Куда идти? Так громко заорал, как девчонка прям. Так, мы заходим сюда. Тут и так мама. Идите в жопу, мама. Мама идет в жопу, мама идет в жопу. Обхитрили. Лохушка. То есть так и надо было сделать? Да. Нет, так не надо было. Блин. Мне кажется, нужно было туда все-таки подтянуться. Подождать? Подождать подольше, да. Нам по-любому сюда. Так, вот сейчас мы мамку обманем по-быстрому. Давай так. Подольше там посидим наверху. Да, 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 так и сделаем, так и сделаем. Смотри, она сейчас мимо пройдет, мимо, мимо. Он человек, но паук. Жди. Я так могу долго сидеть. Все, можно идти. Нам туда же? Туда же. Черт, боже, я надеюсь, ее там нет. Крызи. Просто очень стрёмно. О, фух, она ушла реально. Все, так, берем, давай, берем электричество. Наша любимая. Что взорвется? Мы ее сожжем? Я надеюсь, да. Давайте пока что на этом все, ребят. Ставьте обязательно пальчики вверх. 50 тысяч пальцев вверх, выходит новая часть. Пока что все, у меня сердечко слишком бобо. Очень плохо мне. Жарко. Очень жарко. Ставьте обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на меня, подписывайтесь на Полину. Всем удачи и всем пока. Пись. Пока-пока. Пока.